Всем огромный привет! Я Анна Константинова, рада видеть вас на своем канале. В этом видео я покажу, как сделать самого простого дракошу из фетра своими руками, символ 2024. Для работы нам понадобятся следующие материалы. Мягкий фетр нескольких цветов толщиной 1 мм, глиттерный фоамиран, ножницы, нитки для шитья, иголка, наполнитель для игрушек, декоративный шнур для подвеса, глаза диаметром 5 мм, контуры по ткани, репсовая лента шириной 0,6 см, клей-пистолет и выкройка. Вырезала все детали по шаблону. Крылья я вырезала из глиттерного фоамирана. Все остальное у меня из фетра. Гриву я сделала из жесткого фетра, все остальное из мягкого. Первым делом сошью хвостик. Накладываю одну деталь на другую и сшиваю его обметочным швом. Друзья, я ищу спонсоров своего канала. В связи со сложившейся обстановкой, санкциями, нам, блогерам, не оставили никакого выбора. Год назад нам отключили монетизацию в России, а теперь закрыли все банки и счета, чтобы мы не смогли вывести свои заработанные деньги. А бесплатно никто не работает. Поэтому выкройки теперь будут платные. Цена будет небольшая, символическая, 200 рублей за одну выкройку. Приобрести ее можно будет по электронной почте. Оплату можно произвести по номеру карты, которая будет в описании под видео. Просто напишите мне «хочу выкройку». Далее в этом же письме прикрепляете скриншот игрушки, на которую вы хотите получить выкройку, и чек, и отправляете мне письмо. А я в ответ присылаю вам выкройку. Далее обшиваю животик. Его можно просто приклеить на клей-пистолет или пришить на швейной машинке. Но я шью все вручную. Многие выкройки теперь будут универсальные. По ним вы сможете сделать игрушки в разных техниках. Вот, например, по этой выкройке вы сможете сшить игрушку из фетра или же сделать ее из фоамирана. Также приглашаю вас на свой канал в Дзен и группу ВКонтакте «Валяшки». Там вы найдете много всего интересного. Ссылки на них будут в описании. Обшила, завязываю два узелка с изнаночной стороны и обрезаю нитку. Животик пришила, хвост готов. Теперь подклею гриву и хвост на клей-пистолет. Обратите внимание, клей намазываю не по самому краю, а ближе к центру, чтобы он не мешал вам шить. Крылья у меня будут двухсторонние, склеиваю две детали вместе. Все подготовила, вот что у меня получилось. Беру декоративный шнур для подвеса, отрезаю 25 сантиметров, завязываю узелок, затем клею его к нижней детали тела. Вот посмотрите, как я приклеила гриву и хвостик. Накладываю одну деталь на другую и сшиваю тело обметочным швом. Глубина моих стежков 1 или 1,5 мм. В том месте, где грива и хвост, прокалываю иглой, затем возвращаю ее на лицевую сторону и пропускаю иглу через петельку. Прокалываю иглой, затем возвращаю ее на лицевую сторону и пропускаю иглу через петельку. Когда шьете, следите за тем, чтобы швы с обратной стороны были тоже ровными и красивыми. Вот я подошла к хвосту, уплотняю наполнитель, прижимаю край пальцами и прошиваю так же, как гриву.
Тело лучше наполнять постепенно, обшила большую часть, начинаю наполнять его наполнителем, холофайбером, хорошо распределяю его по нижним уголкам. Обшила и наполнила тело, завязываю два узелка. А теперь внимание, главный секрет невидимых узелков. Прокалываю иглой около узелков насквозь и вывожу в любом месте игрушки. Узелков вообще не видно. Основа готова, перехожу к мелким деталям. Далее сшиваю лапку обметочным швом, оставляю маленькое отверстие. Наполняю ее наполнителем, после чего дошиваю отверстие до конца. Все мелкие детали шьются одинаково. Здесь так же, как и на теле, прячу узелки. Верхние и нижние лапки шью в зеркальном отражении. Все подготовила, пора собирать нашего дракошу. Клею все мелкие детали на клей-пистолет. Клея наносите немного, чтобы он не вылез. Клею глазки на мордочку, я использую глазки диаметром 5 мм. Украшаю дракошу бантиком и розочкой из репсовой ленты шириной 0,6 см. Как сделать такие розочки, я уже показывала. Ссылка на этот мастер-класс будет в описании под видео. В завершении своей работы черным контуром по ткани рисую улыбочку и ноздрю. А белым контуром по ткани украшаю крылья. Моя доченька очень любит мои игрушки, животных, и поэтому я уже не первый год украшаю елку фетровыми игрушками, символами года. И все, кто к нам приходит, всегда восхищаются нашей елочкой. А мои друзья и особенно дети всегда ждут в подарок от меня игрушки, сделанные своими руками. Пусть эти дракоши принесут только счастье, радость и здоровье в каждый дом. С наступающим вас Новым годом! Вот такой потрясающий, милый дракоша у меня получился. Детки от таких игрушек будут в восторге. А в следующем видео я покажу, как сделать такого дракончика и с вами рано. Друзья, если вам нравятся мои идеи, то ставьте пальчик вверх, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями в соцсетях и до скорой встречи. Всем пока!